Миша подхватывает флаг, эстафету, и мы зажигаем. А задумывался кто-то о рогатых коровах во мясо? Каково же доить позаранку, а потом молоко и хлебастых? Или вдумайтесь, как же прекрасно прям с разбегу залезть на коня, что морал он ржал он горласто, по квартире подковы звеня. А есть еще куры, яйца несущие, яйца бывают очень большущие. Вот бы взять пару яичек и затолкать их обратно птичке. Вот. Вот. Есть взаимодействие с залом. Значит, юмор живет. Я дотрагиваюсь до пилотки, возбуждаясь, недоумевая. Ничего так не возбуждает. Ни бюстгальтер, ни колготки, как твоя пилотка пушистая. Вот. Спасибо.